14 квітня у Дніпропетровську відбудеться перша у 2016 році трендова конференція для топ-менеджерів IT-компаній – IT Spring. До нашого міста приїдуть провідні експерти галузі. Це будуть фахівці з Болгарії, Данії та України. IT-сфера сьогодні у всіх на слуху. На побутовому рівні вона має репутацію перспективною та прибутковою. Наскільки добре виглядає в цьому сенсі Дніпропетровськ і чи важлива для розвитку регіону взагалі сфера інтернет-технологій, будемо говорити із гостем. Це Віктор Валєєв. Він директор Асоціації IT України та організатор конференції IT Spring 2016. Добрий вечір нашому гостю. Добрий вечір. В моем представлении, вот только что я вас представила, все верно. Действительно, ну, мы как бы не специалисты вашей сферы, но в быту говорят о том, что IT-сфера, она сегодня действительно очень перспективна. И я слышала такое мнение, что вот лет 10 еще будет очень-очень перспективно, спрос большой и на украинских специалистов, и есть очень много успехов, да, у ваших специалистов. Это так? Или мы дилетанты в этом? Ну, знаете, каждый из нас дилетантом точно в IT-сфере являться не может, потому что если у вас уже есть смартфон, то у вас уже есть персональный компьютер, с которым так или иначе вы обращаетесь, устанавливаете новые приложения, как-то влияете на его функции, другим образом используете. А если вы покупаете Smart TV, то это уже тоже компьютер. То есть я бы тут немножко, наверное, поправил относительно 10 лет. Ситуация такова, что все вот устройства, вплоть там сейчас там популярный тренд часы, там, кроме компьютеров, там, умные холодильники, умные телевизоры, умные стиральные машинки, умные йогуртницы и так далее, это все то, что уже появляется в быту. Безусловно, для работы с таким огромным количеством устройств, которые приобретают определенные интеллектуальные функции, они общаются между собой, они связываются, то есть холодильник может, например, смотреть, какие продукты у вас закончились, и сделать заказ автоматически в интернете, там, в вашем любимом там, каком-то интернет-магазине товаров. То есть это все уже есть реальность, просто она сейчас стоит достаточно дорого, такие новинки обходятся недешево. Но давайте вспомним, что было с мобильными телефонами в начале 2000-х годов. То есть тогда это была роскошь, редкость, теперь у нас у каждого украинца по два, а то и по три соответствующих телефона. А теперь это уже смартфоны, то есть уже следующий этап. Поэтому я думаю, что 10 лет это даже смело можно множить на 2, 3, 4. И просто следующие технологии, которые придут, будут на тренде, они будут нести совершенно какие-то глубокие изменения и в понимании мира, и в понимании человека как человека. А пока, на данный момент, IT – это не просто тренд, популярность, это средство, которое меняет весь мир. То есть, особенно, можем там, те удобства электронных платежей, насколько это все изменило там бизнес-модели, социальные сети, электронные магазины, то есть появляются новые форматы, подходы взаимодействия, традиционного взаимодействия между людьми, которых раньше не было. Компьютер помогает людям привычные вещи многие делать по-новому. И это уже вопрос на бытовом уровне. То есть машины, которые ездят без водителя, тоже пример. То есть там возникает много вопросов и ответственности, занятости людей, которые фактически не будут управлять транспортным средством, но будут самоуправляемым. Вашей приватности, то есть отслеживания перемещения, очень много появляется вопросов, и все из них точно так же требуют эти решения. Поэтому точно не 10 лет, это десятилетия, это десятки лет. Ну, мы можем смело говорить о том, что наша жизнь, она будет смещаться, все более смещаться в сторону, да, IT. Можем перефразировать даже знаменитую фразу, когда, помните, там герой фильма говорил о том, что театра не будет, будет одно сплошное телевидение, да, там через несколько лет. Сейчас мы можем говорить о том, что это уже будет IT-сфера. То есть мы перемещаемся плавно в интернет. Смотрите, в этом отношении, да, конечно, интернет плавно перемещается точно так же в нас. То есть разработки там, микроскопических роботов, которые могут доставлять нужные лекарства прямо к пораженной зоне, там, циркулируя по крови человека, это пока еще перспектива. Но, скажем так, это просто перспектива, которой мобильный телефон тут же был там, в годах 80-х. Поэтому просто определенно есть временной горизонт, есть определенная стоимость этих проектов. Но то, что умным будет все, мир станет еще более автоматизированным, электронизированным, и при этом, ну опять же, давайте не забывать о том, что сфера, ориентированная и на развлечения человека, на цифровые развлечения, YouTube-каналы заменяют отчасти телевидение, то есть все тоже думают, как там смигрировать, но не исчезают, например, там форматы аналитических программ и новостей. Они исчезают. Просто технологии позволяют экономить ресурсы,
экономить время и открывать совершенно новые горизонты. Это правда о том, что украинские специалисты делают очень большие успехи в этой сфере, именно украинские? Да, это так. То есть на сегодняшний день, кроме традиционных металлургий и агросферы, фактически по статистике Мирового банка, третьей экспортной отраслью в Украине является именно IT. Но при этом стоит понимать, что потенциал наращивания экспорта металлургии ограничен тем объемом инвестиций, которые можно вложить в построение новых заводов. Потенциал аграрный ограничен тем объемом земли, конечно, можно работать эффективнее, но все-таки у нас есть определенные ограничения. И кроме этого, фактически IT, фактически единственный бизнес, который представляет собой чистый экспорт. То есть вам что нужно для работы IT-компании? Вам нужно закупить огромные сотни миллионов машин. Вам не нужно даже закупить удобрения или бензин для полива. А это все для нас импортные товары уже, понимаете? То есть мы просто продаем продукт интеллектуального труда и получаем валюту. В основном это экспортная отрасль. То есть речь в данном формате идет за прошлый год, так консервативно оценочно, это около 2,5 миллиардов долларов экспорта. Угу. За то, что Украине приносит IT-отрасль. Цифры эти 10 лет назад были во много раз ниже. То есть украинская IT-отрасль, она имеет очень огромный потенциал роста. Действительно так. То есть мы можем, в принципе, вполне поконкурировать через 10 лет, да, и обогнать, стать второй экспортной отраслью даже вполне. И я думаю, что, наверное, вместе с аграрием и так вот по трендам мы где-то такое положение и займем, если будет соответствующая и политика государства, и мы будем правильно понимать, как продвигать именно украинских инженеров на мировом рынке, наши разработки. А вот с чем связаны подобные успехи? С нашими особенностями, с особенностями украинских людей, да, умные, самые умные? Или все-таки это политика государства? Что способствует вот такому росту? Я так понимаю, что не политика государства. Ну, вы знаете, отчасти, конечно, говорить о государственной политике в сфере IT сложно, потому что целостно ее не существует. Наверное, ее нет, да. С другой стороны, есть некоторые элементы государственной политики, которые помогают, поддерживают или, скажем так, активно не мешают. Не умирать. Тем или иным факторам. То есть, все-таки, если мы посмотрим, у нас традиционно сохраняется хорошее техническое образование. Да, это где-то его уже предел прочности, его уже подходит. Он вот-вот подойдет. Mm-hmm. И мы это понимаем. Потому что если в университетах рассказывают, что приходится после школы практически первый год посвящать просто доучиванию, а не обучению университетской программы. А у бизнеса, например, в нашей отрасли претензии к университетам о том, что вот вы учите не тому и не то. Мы уже понимаем, что проблема, она сместилась от университета, она сместилась уже в школу. Но вот здесь, кстати, хороший пример государственной политики. В этом году Министерство образования пошло навстречу мировым трендам, пошло навстречу украинскому IT-сообществу, понимая о том, что это приоритет. И Украина стала одной из немногих стран, где с 8-9 класса изучается программирование. То есть такой системно первой в этом формате была Британия. То есть, казалось бы, зачем? В Британии и так все хорошо. Вот живи и наслаждайся, прямо рай земной. Но они понимают, что лидерство – это не позиция. Лидерство – это скорость, с которой вы движетесь к этой позиции. Вот поэтому Британия сделала такой шаг, Украина сделала. Второй фактор традиционно, кроме, в принципе, сильного у нас образования, физмат подготовки, да, это, безусловно, вопросы, связанные все-таки с относительной разницей в цене жизни в Украине и в традиционных странах, которые заказывают у нас разработку программного обеспечения. Потому что если у них есть один уровень, в долларовом эквиваленте, то у нас он получается словно немножко другой, и появляется большая разница. И выгоднее заказывать разработку создания того или иного программного обеспечения именно у нас, в Украине. То есть и модель она работает. Она очень стабильно работала, пока у нас не начались боевые действия, но сейчас опять как-то выравнивается потихоньку, а мы смотрим с оптимизмом. Ну и, безусловно, государство, что в этом отношении нужно, например, чтобы распространенный формат взаимодействия IT, СПД, малых предпринимателей. Но необходимо, чтобы это и поддерживалось, потому что стоит понимать, что кроме битвы за заказчиков в мире, то есть куда отдавать разобрать эти программы обеспечения, в Штаты, у себя, то есть делать, да, отдавать в Индию Штатам, отдавать Штатам в Польшу или отдавать Штатам в Украину, это разные альтернативы. И каждая альтернатива имеет свою цену, каждая альтернатива имеет свой риск. И пока мы находимся в таком хорошем сочетании этих параметров, к нам заказы будут идти.
И вот здесь совместными усилиями нужно и государству, и IT-сообществу выстраивать то уникальное видение Украины, в котором она является лучшей. Это на благо всем. Mm-hmm. Ведь на самом деле, это по оценкам индийской IT-ассоциации, они уже работают, Индия в формате разработки заказной программного обеспечения работает, наверное, там уже более 30 лет, так системно, и они, там несколько десятков раз у них больше и объем, и количество людей занятых. То есть Индия посчитала о том, что одно рабочее место в эти отрасли там, с помощью потребления создает в среднем 3-4 рабочих места в других отраслях. Поэтому, в принципе, важно, чтобы эти люди, которые работают, они оставались в Украине. Мы конкурируем не только за заказчиков, которые дают нам заказ на разработку программного обеспечения, мы конкурируем за непосредственно самих сотрудников. Угу. Ведь сейчас не секрет. То есть мне очень часто подались в социальных сетях предложения там прямо целая рекламная кампания, что вот переезжайте в Польшу, тут классно. Ну, туда действительно. Переезжайте в Эстонию, а тут еще класснее. То есть они снимают целые промо-видео. Только я нигде не видел промо-видео о том, где украинская власть говорила бы о том, нет, никуда не приезжайте, оставайтесь в Украине, здесь лучше, теплее, нас там удобно, и бюрократии мы поборем, и все хорошо. Я вот не видел этого, к сожалению, даже... Ну, это не проблема, на самом деле, промо-видео. Наверное, в том проблема, что таких условий нет в Украине. Проблемы есть, но вы знаете, очень, очень важно восприятие. То есть и в Эстонии все, извините, там не так, да, хорошо. Понятно, что но, по не крайней рай мере, везде. В отношении климата, mm-hmm. да. Но они, главное, показать о том, что там, товарищи инженеры, не уезжайте из Украины, mm-hmm. вы очень нужны. Работайте здесь, здесь будут лучшие условия, здесь будет совсем mm-hmm. хорошо. И вот нет, если говорить об уровне там, на городском уровне уже, да, там на уровне регионов, показательно в этом отношении позиция Львова. То есть, когда были там проблематики, вот обыски с IT-компаниями и другие вопросы, Львов всегда системно себя позиционировал о том, что мы там город креативный, мы город туризма, мы город для айтишников. Mm-hmm. И они стремительно растут. Вот вопрос в том, чтобы в данном случае Днепропетровск Днепропетровске таким такого же образом. Нет, да? Сейчас нет. Да, но мы активно работаем над этим. То есть компании, ведущие города, объединились в соответствующее там, сообщество Днепропетровской IT-комьюнити. Mm-hmm. И, кстати, тоже там промо-видео и ряд образовательных проектов в этом отношении мы активно планируем. То есть тоже и на конференции будем их обсуждать. Что будет на этой конференции? Давайте немножечко подробнее. Не так много времени у нас. Что основные вопросы? Я так понимаю, что это регулярные, да, такие мероприятия. Да, нам да? хотелось бы, в отличие от других подобных мероприятий, в первую очередь поговорить о глобальных тенденциях. То есть мы будем говорить как о том, в целом вообще, какой вот тренд, да, вот вы говорите, 10 лет будет идти, я говорю, там десятки, угу. каким оно будет, как будут меняться технологии разработки. Второе, так действительно, как продавать Украину, как продавать украинской компании себя на мировом рынке, за счет чего конкурировать, готовы ли наши компании по уровню зрелости активно вступать uh-huh. в такую ожесточенную маркетинговую борьбу там, с коллегами, условно, например, там, индийскими. Безусловно, а готовы, вот по вашей оценке, готовы или вы хотите это только выяснить? По нашей оценке есть очень много, с одной стороны, и хороших примеров, когда украинцы независимо делают классный бизнес, а с другой стороны, есть и примеры, например, вот люди, которые непосредственно заняты продажей, там, менеджеры по продажам uh-huh. у нас, они в Индии на порядок активнее. То есть, что их не спроси, не скажу. Да, мы это, конечно, мы это можем, mm-hmm. это можете. Сэр, это можем, только там не ходите к соседнему стенду на выставке. Да, мы вам там все сделаем, расскажем, там чай, кофе привезем, куда надо, свозим там и так далее. А у нас многие коллеги, вот скажем так, это, наверное, где-то наследие плановой экономики, то есть хотят там вот... Дайте мне клиента, я буду с ним там работать. Ну, это ну, да, наши. Понимаете, то кто есть участники? Проблематика с бизнес-зрелостью. Кто участники? Топ-менеджмент компаний, и это не только Днепропетровск, то есть у нас очень много коллег и из соседнего Харькова, из угу. Черкас, Одесские коллеги. Ну, конечно, мне хотелось бы очень увидеть в первую очередь и представителей нашей ракетной столицы, потому что в Днепропетровске уникальное положение. Дело в том, что IT в целом, это действительно там в узком понимании, это некая специфическая область. С другой стороны, сегодня, что мы видим? IT-компании, например, выходят, делают, запускают ракетные технологии. То есть происходит наоборот.
И у Днепропетровска есть некий такой прекрасный синтез, очень мощная промышленная база, очень мощные инженерные традиции. То есть сейчас именно на первый план выходит понимание некой предметной области. Например, очень просто. Как сделать там умный токарный станок? Как сделать умную микроракету? Как сделать умный летательный аппарат? И как только вот этот программный интеллект добавляется туда, в то, что мы уже, или Днепропетровск уже умеет делать, сразу вещь становится на порядок конкурентоспособнее. Она умная, она может делать такие-такие классные функции. То есть человек, когда выбирает микроволновую печку, он, наверное, выберется, там будет 20 разных программ, он не думал просто с ручкой настройки. А ведь цена разработки этой программы, вы разрабатываете что для одной печки, что для сотен тысяч. И вот в Днепропетровске очень важный синтез, а именно мощной производственной базы, на которой будут подниматься так называемые технологии четвертой индустриальной революции, так и IT-ресурсы. Отдельный опрос – это финансовый кластер. То есть, действительно, финансовая сфера, по понятным причинам, она у вас очень мощна. И технологии многие инновационные для украинской банковской сферы делаются именно в Днепропетровске. Это, в принципе, Днепропетровск даже лидером является там по большинству из них. И опять же, а в мире есть соответствующие тренды, там, криптовалюты, тренды там, блокчейна. И все это можно использовать, уже есть соответствующая, скажем так, среда, такое, я бы сказал, там, цеховое братство. Есть соответствующая инфраструктура, есть ресурс. Поэтому, мне кажется, вот эти вот два, скажем так, индустриального кластера, да, вот, скажем так, техническое направление приложений разработки и направление разработки приложений финансовых, они могли бы очень хорошо спозиционировать Днепропетровск, в том числе и на карте Украины. И в этом отношении мы действительно много работаем, и поэтому и для нас очень важно максимально рассказать, донести тренды и в этих отраслях, и в других, чтобы помочь развиваться вот, комьюнити восточного региона, то есть Львов очень мощный центр там с городами рядом, а мы видим также необходимость вот, и приоритет активно выстраивать, помогать системе взаимодействия днепропетровских компаний. Есть заинтересованность, ну будет очень хорошо, если вас все-таки услышат в Днепропетровске. Приглашайте. Не с так, удовольствием. Приглашайте, когда будет и интересно. Где, еще раз уточните, возможно, и сейчас нас слышат, да, по телевидению. Да, это 14 апреля, это культурный комплекс Минора. Вот, мы ждем всех айтишников и не только, кому будет интересно слушать о тех новых технологиях, о том, как взаимодействовать. Хотя, конечно, конференция индустриальная, она направлена в первую очередь на сегмент разработки программного обеспечения, но много интересных трендовых вещей, которые были бы интересны представителям других сфер бизнеса, то есть понимание того, как IT можно использовать для того, чтобы изменить свой мир. И, конечно же, мы будем говорить о том, как в Днепропетровском регионе создать самые лучшие в Украине условия для IT. Ведь конкуренция есть и на уровне регионов тоже. Спасибо большое. Спасибо. Желаю вам удачи. Я искренне надеюсь, что Днепропетровск вас услышит. Спасибо за участие. Спасибо за гостеприимство. Будем вместе работать. Спасибо.